Чем ниже опускаются столбики термометров, тем больше опасность возникновения техногенных пожаров. Наиболее частые причины – небрежное отношение к обогревателям и другим электроприборам. В группе риска также горожане вынуждены обогревать дома при помощи печного отопления. Всего за 11 месяцев 2018 года в Иванове произошло 211 техногенных пожаров. За аналогичный период прошлого года – чуть больше – 247. Чтобы не пополнить список пострадавших от огня, важно помнить правила. Не следует перегружать электрические сети. В зимнее время электросети несут повышенную нагрузку. Если же вы уходите из дома, то электроприборы следует обесточить от электросети. Курить следует только в специально отведенных для этого месте при использовании керамической либо стеклянной пепельницы. Гражданам, использующим для отопления своего жилья печи, необходимо следить за исправностью печного оборудования и не допускать перекала печи. Запрещается использовать для розжига печи бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.